Всем привет, я Скиф, это Don't Starve Together с бескомпромиссным модом, продолжаем играть. У нас тут очередная зима, надо как-то выживать. Я параллельно сейчас пытаюсь, помимо того, что выживать, еще искать мешок Клауса. Клауса надо бы ушатать максимально быстро, максимально эффективно, в идеале разжиться мешком Крампуса. Спасибо за ваши лайки и комментарии, многие заметили, что у меня изменился голос. Спонсор изменения голоса — простуда, которая уже практически прошла. Сейчас у меня уже голос плюс-минус пришел в норму. Ну, в общем-то, ничего страшного. Он не печальный, не уставший, не другой. Он простывший был голос, да. Такие дела. И, кстати, по дороге еще грибов собрал. Ну, грибы рассудок нам не особо-то восстанавливают. Ну да, 8 рассудка. В принципе, неплохо. Типа 16 с двух грибочков. Хотя бы что-то, хотя бы как-то. Термальный камень по-прежнему в инвентаре. Плюс удалось темошентер выбить с моржа. Что само по себе уже чудесно, да? У нас есть стеклянные резаки, с помощью которых мы можем Клауса и пошатать. Ну и против Клауса там еще, наверное, нательная броня потребуется. Но посмотрим. А, ну еще можно от него этот меч сварганить, и тогда все будет совсем хорошо. Конечно, минус поиска в том, что меня живность ненавидит, так как Vortex это монстр, и стремятся пошатать. А еще по дороге можно, кстати, красные грибочки пособирать. И, как правило, заметили в комментариях, нифигово бы сделать, как его там, яд против крысы. Они там что-то пищали, но вроде пока больше не пищат. Но вполне себе могут приволочься в самом ближайшем будущем, и с ними надо что-то делать. И у нас, кстати, это не единственная территория, да, еще вот это вот есть. А еще есть, наверное, мозаичный биом где-то вот тут. То есть Клаус мог расположиться во многих местах. Ну, кстати, ягоду тоже по дороге неплохо бы... А, ну вот и Клаус, здрасте. Не в стольки многих местах он мог расположиться. Так, получается, в принципе, он тут, да? Блин, что-то там вырастает. Так, иди сюда, иди сюда. Тихо. Давай, тварь. Тварюка. Ягодка для кого? Стой, тварь. Тупая, а? Вернись! Алло! Чё он меня игнорит? Иди сюда, говорю. Да, свидание. Плюс мяско, отлично. Пойдем подготовимся к битве, нужна еда. Нужны подхил, у нас есть мармеладки, нужна броня, там дерево тоже было. Было, надо, наверное, травы по дороге нафармить. Только пришел на базу, а тут уже буря. И опять эти крысы где-то чирикали. Может, они где-то и есть уже? Ну, пока вроде бы не видать, ничего не тырят. Так, грибочек дайте. Блин, у меня еды-то особо нет. Вышло так. Poison Jam. Ядовитый джемчик. Непременно понадобится. Так, эту хурму пока можно скинуть. А вот и твари. Здрасте. Куда поволокли? Куда они волокут? Так, дохните. Так, последняя. Да нифига не последняя. Вы что там плодитесь, алло? Душ перебор. Фу. Вроде бы отбился. Ха, жестко. Ну, джемчик помог, конечно. Так, ну души дропнулись, вроде бы по рассудку я все равно не особо сильно просел. Можно душами и подкрепиться. Единственное, что они тут срач, конечно, опять навели. А вот это уже совсем не круто. Но что поделать. Так, а лед что у меня в инвентаре? О, тут еще это заметает. Да. Ладно, ждем утра. Так, бегу на битву, пока погода улеглась. Как бы все хорошо. Надо резко-резко начинать воевать. Взял темный меч на всякий, да. Есть будем души, хилиться мармеладками. Так, куда я мармеладки делал? Мармеладки здесь. Шапка здесь. Инвентарь плюс-минус пытаюсь в порядок привести. Так, уже мимо пробежал. Так, еще надо немножечко в сторону, да, оттащить сумку, иначе сгорит. Так, это нам ничего не пригодится. Давай сюда. Вроде бы я готов к битве, флейта на месте.
Поэтому погнали сходу просто в бой. Просто сходу. Так, здорово. Дамагаты от нас. Ой, как много получишь. Готовься. Так, Мансим киберспортивнейший. Да, дамаг он просто фантастически получает. Сейчас начнет плакать. Не начнет. Скотина хитрая. Так, ну, в смысле, призывать там этих говнарей мелких. От которых, кстати, проблем будь здоров. Да, потому что они пинаются. Ауч. Все окей. Шутать. Ай-яй-яй-яй. Так, мармеладки, прием пищи. Ну давай, лети сюда. Придурок! Блин, у меня очень мощное оружие. И очень боевой, мать его, настрой. Можно меня не бить каждый раз, what the fuck? 75 хп, маловато будет. Ауч. Тихо-тихо-тихо, олени, за шо? Нифига себе меня пробили. Давай, подхиляемся. Ты куда? Тырит он. А еще я замерз, да? Самую такую малость. Фу, где флекс, флекс, срочно флекс. Срочно много флекса. О, да. Пошатана. Бегу на базу, все в руки не влезло. Вот мяско тащу в руках, два. Там было три на самом деле, одну нечаянно схавал. Неловко вышло, конечно, но что поделать. Брони что-то я много надел с перепугу. И надо... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все нафиг замело просто. А тут еще и мясо есть. Такс, нужна лопата. Угу. Явно нужна лопата. Это все дело откапывать. Потом надо вот эти вот подарки распечатать. Посмотреть, что же нам там Клаус приволок. Такого интересного, да? Мармеладки еще есть. Так, где лопата? Нифига тут все замело. Тут еще, конечно, порядки надо наводить. Но это как обычно. Как только, так сразу. Давай пока все выкопаем. Ну и, кстати, насчет подарков. Клеевцы что-то тут подвозят. Ну-ка, чекнем. Ничего не подвозят. Клеевцы, как обычно, понятно. Ну, давай пока душами перекусим. Блин, мороз, 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 мороз. 65. Воу! А, у меня камень термальный откис. Ну, нужен еще один камень, очевидно. Очевидно, прям нужен. Давай сделаем. Пусть поднагреется, и надо подраскопать все. Ну и, кстати, раскапывать. Я решил-ка сделать лопату. А где она у меня? А, золотая есть. Ну-ка, давай-ка золотую лопату сделаем. Золото вроде бы есть, копать часто приходится что-то как-то. Хотелось бы потестить, как эта штука будет работать. А, лопата-невидимка? Невадимка? Оп. Да, лопата-невадимка. Ой. Что-то там. А кто потушил? Понятно. Минус жужик. Тихо-тихо. Ах, ты ж тварь. Приплыл и жужика. Приплыл, говорю. Приволокся. Ёпта. Броню не надел. Я ж хотел броню. Ну давай сдохни просто. Чисто мегараж. Тварина, а. Как ты не вовремя-то выкопался откуда-то. Так, там еще больше нету. Ну и жужика уже нету, да? Твою ты мать. Зато плюс мясо. Надо искать плюсы во всем. Мяска было мало, стало больше, да? У нас еще вот это вот мяско есть. Ну это просто невидимые инструменты. Ну что-то такое. Нафиг они нужны, невидимые. Чтоб никто не видел, что ты делаешь.
Ну, сомнительно. Так, это все откопать теперь. Лин, тут еще одна тварь, а у меня намокание так-то лютое. Ну все, ты попался. Да пофиг, я тебя втанчу до смерти. Упырок. Просто упырок. А, как вы меня бесите. Так, надо высохнуть быстренько и открыть наконец-то вот эти вот подарки Клауса. Это лопата невадимка. Так, вроде бы место есть в инвентаре. Скорее сушимся, иначе рассудок просядет. Но благо есть Тамошентр все-таки. Тамошентр вывозит за всю хурму, за себя и за Сашку. Ну, лопата невадимка. Типа, если я ее скину. А, ну тут хотя бы контур, да, показывается. Не, ну, конечно, рофельно, но нафиг надо. Чисто порофлить. Ну, это завеса, полное погружение отыгрывать. Если только. Там еще вот лед надо пособирать. Черт. Что лед-то пригодится, да и уголь пригодится. В каких-нибудь наших делишках. Так, сейчас вскроем. Сейчас все скроем, я тут мяско только развесил. А там второй этот червяк приволокся. Когда его совсем не ждали. Все. Теперь погнали вскрывать подарки. Вдруг там мешок Рампуса, я бегаю и как бы не знаю об этом. Давай, развернуть. Так, что это у нас? О, молочко. И клюв мальбатроса добыл. Ух ты, пух ты. Нафиг не нужен, конечно. Так, дичь. Соответственно, она же. Ну да. Мешками прям завалило. В общем-то, как обычно. Не, эти черви определенно издеваются. Вы чё там, мать вашу, плодитесь где-то? Так, надо как-то мансить. Давай, закапывайся, мы тебя... Хоп, 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 хоп. Я приходую. Тихо, 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 тихо. Сейчас все будет, не переживай, червячело. Все, все было. А откуда они, мать их, берутся? Так, уголь забираем. Я вообще задумал-то что? Пойти еще Dragonfly окучить? Ну, по крайней мере, подготовиться. Может быть, и окучить, как получится. Потому что нужна печка. Как-то ее прям очень сильно на базе не хватает. Вообще, еда нужна. У меня, получается, в холодильнике только мясо и как бы лед. А из него ничего особо не сделаешь. В текущих реалиях. Так, эту срань надо сжечь. И вот эту срань надо сжечь. Dragonfly в целом не так-то далеко живет, только, скорее всего, с этого как-то края не надо будет подобраться. То есть вот здесь, возможно, стоит сделать переход. У меня же есть дерево, что я парюсь. Так, давай доску. И как-то вот так, наверное. Еще три доски. И можем спокойненько сделать набор для лодки. И еще даже дров взять. Благо они у нас пока что есть в достатке. Мишка как мог старался фармил. А, и лампочек больше нету, да, только лампочки нагнили активно. Ну ладно, что поделать. А эта хурма, кстати, не используется как заправка. Не помню. Не, не используется. Вы вряд ли удивитесь, но меня опять как этот срань преследует. Я понять не могу, что вам всем от меня надо. Что-то черви просто на нерест колоссальную толпой пошли. У вас что, брачный период какой-то? Что вы там, брачуетесь где-то? Я при чем здесь, непонятно решительно. Я тут бегаю себе, вон там продукты какие-то собираю. Морковочку, ягодки там всякие. Никому вроде не мешаю. Кстати, травы ни черта тоже нет, надо бы пособирать. Бегу сюда вот, чтобы, да, сделать плотик там. Переходик а-ля мост. Кстати, почему не добавят действительно какие-нибудь крафты мостов? Ну, объективно. Почему бы и да, почему бы и добавить? Было бы весьма, думаю, к месту, с учетом того, что у нас теперь мир с водой. Гезаре. Ага. То есть по факту тут два моста надо так, да, чтобы если отсюда напрямки туда идти. А, ну ладно, у меня дров хватит, в принципе, и на два моста. Поэтому ничего страшного. Заодно можно цветочки пособирать, рассудок папать. Вообще, в принципе, да, с Тамошентром я не устану повторять, кайф гонять. Ёпта. Это что сейчас было? Что это было? Что за гнев бога грома? Так, переход, наверное, вот здесь стоит сделать, а то я там будет не допрыгну. Откуда молния, what the fuck? Что-то как-то страшно.
Дотелепался таки до Dragonfly. И у нас получается... Так себе тут с местностью на самом деле, но разберемся. Вот это надо убрать, явно будет мешать. То есть, по идее, как-то вот так тут строить надо. Вот эта каменюка будет мешать. Так, ее выпилить как-нибудь можно. А у меня призрачного нет, да? Хотел тоже потестить. И кирку золотую я уже успел как-то раздолбать успешным образом. Давай тогда сразу организуем пару стеночек дополнительно, потому что 6 явно будет мало. Надо чутка так побольше здесь крафтить. Наверное, пускай такие будут, раз уж такие начал делать. Ну, 18, наверное, тоже мало. А, наша задача как-то вот так вот отсечь, чтобы и вот с этих озер, когда эти червяки поползут, они нам не мешали. То есть, твою мать, перегрев. Ладно, получается... Что-то сложно. Получается, вот сюда надо вести, сюда надо вести. То есть, вот так. Да тих ты. Тих-тих-тих. Перегрев, дело жаркое, конечно. Как-то вот так вот ставим это дело, да? И они отсюда поползут, по идее, сюда куда-то, я надеюсь. И не проползут сюда. Харет терять. ХП так активно. Так, тих-тих-тих. Остуди пыл. А вот здесь вот чуть больше проблема, да? Тут надо сюда как-то немножко забирать. Короче, кривоватая стена будет. Но тут, походу, иначе тупо никак. О, не душите перегревы. А, еще и ночь душит. Все вместе. Ну, кстати, ночью, наверное, даже и комфортнее чуток будет работать. Озерца здесь не очень удобно расположены. Поэтому придется немножко сюда и сюда так вот сделать, чтобы они один фиг сюда куда-то ползли. Но для этого... Твою мать, это как-то выкорчевывается. По-моему, никак, да? Ну, тогда придется еще пару стенок сделать. И все будет замечательно, я думаю. Хотя не факт, что 6 хватит. Так. Получается еще и вот так. И вот здесь сюда. Поползут ли они все сюда, куда надо? Возможно, стоит еще пару стенок сделать. По дороге решил ягодные кусты пофармить и заодно всяких... Кротов поднаказать. Души мне их понадобятся. Впрочем, и мяска лишним не будет. Тут еще не все я, наверное, ягодные кусты подсобрал, да? В эту сторону тоже можно активно их пособирать. Ну и потихо подготовиться к битве с Dragonfly. Но я тут думаю, уже имеет смысл дождать собак. Что собаки в какой-то момент приволокутся. Если не приволокутся на битву, то будет ничего хорошего. А, ну в принципе, можно тростью просто ушатывать, не особо парясь, да? Тикс. Где я тут не был. Давай ты, Машентер, сюда. Да, здесь я далеко не везде был. И что-то как-то ветерочек там подвывает. Давай мы, наверное, пару душ пока что закинем в топку. О-о-о, стоять бояться. Ну-ка, на мясо агришься, не? Или не твоя юрисдикция? Так, у меня вот это есть. Иди сюда. Ну ты тупая, нет? Для кого ягоды? А, отлично. Капец, только я с последствиями предыдущей вьюги плюс-минус разобрался, как подключилась новая вьюга, да? У меня такое ощущение, что они как-то из сугробов спавнятся. Либо это между собой никак не связано. Ну, имеется в виду эти черви сраные. А еще я до сих пор флейтупана таскаю, только заметил. Сейчас опять тут этих сугробов наметет долбаную кучу, и что там потом с ними делать, решительно непонятно. Так, а что у нас по ресурсам есть? Что-то интересное я еще скрафтить могу. Есть лунные камни, кстати, да? Лунных камней. Это, правда, наверное, не здесь крафтится, а нет, здесь. Эта шняга крафтится. Так, а лунные часы, по-моему, это здесь. Или не здесь. Ага, лунные часы здесь, да? Линза нужна и два льда. Давай делаем так. Ну да, вот, сугробики пошли. Два льда мы можем добыть. Вот опять тут наметает. Я еще намокаю из-за этого дерьма.
Давай нам два льда. Кстати, рассудок фуловый. Так, это тоже выкопать. Надо следить, наверное, за этим делом. Не давать тут разрастаться. И лунные часики возьмем. Кстати, удивительно, что до сих пор нет ни одного скина на эти самые лунные часы. Ну и ладно, у нас тогда получается... О, уже черви, да. У нас получаются черви тогда. Все понятно. Все ясно. Как солнце из-за туч. Тих-тих-тих. Ну да, в принципе, у них несложные атаки. Если подразобраться, мансить от этого не очень-то и сложно. У нас по плану хотелось сказать Dragonfly, но это будет уже в следующий раз. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.